Друзья, это Balcony TV Саратов. Сегодня у нас новая локация. Это крыша гостиницы «Олимпия» с видом на прекрасную реку нашего любимого города Саратов. У нас в гостях панк-рок-группа «Керосин». Ребята, привет! 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 Очень рады вас видеть. Привет, сегодня Саратов! Сегодня они дают концерт у нас в баре Old School. И, конечно же, они подарят свою композицию. Как она называется? Композиция называется «Наше отечество, все человечество». И клип на эту песню выходит буквально на этой неделе. И впервые только для саратовской публики и всех, кто сейчас смотрит нас по интернету, эта композиция прозвучит в акустике с нашим специально приглашенным гостем и другом Денисом Рубановым на бэк-вокале. Поехали, друзья! Наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество. Мешают нам жить рамки и законы таких, как мы. Не загнать загоны, оставь у себя клетки и границы. Депутаты, мудаки, олигархи, кровопийцы. Наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество. Все мы разные, но все мы равные, нам не привить чувства стадные, нам не надо ваши власти сущие, нас не разделить проволокой колючей. Наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество. Нас хотят запретить друг на друга натравить. Хуй вам! Хуй вам! Хуй вам! Хуй! Все мы разные, но все мы равные. Нам не привить чувства стадные. Нам не надо вашей власти сущей. Нас не разделить проволокой колючей. Наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество, наше отечество, все человечество. Очень позитивная песня, на самом деле, я проникся и сам похлопывал. Надеемся, что нас не распнут в Саратовской области. Я думаю, за пределами тоже будет все отлично, у вас найдутся новые слушатели. Нет, за пределами у нас уже отменили пару концертов из-за песен примерно такого же содержания. Ну, я думаю, сегодняшний концерт пройдет отлично. На каких концертных площадках вы уже успели выступить? Вообще? Ну да, за существование, время существования группы. Мы играли везде. Мы играли в подвалах, в сквотах. На стадионах. На стадионах, в кафе, сельских площадках, в больших клубах, там, в клубах какого-то. Малых. Малых и больших. То есть мы играем везде и всегда в любом городе, на любой площадке, неважно, там 2500 человек или 25, везде находятся люди, которые любят панк и рок-н-ролльную музыку, и мы всегда рады для них выступать. Класс. Мы в любом месте. А сколько у вас уже лет в группе? Группе уже 6 лет почти. 6 лет. За это время с кем вы успели выступить? Ну, наверное, самого запоминающегося это выступление с группой Misfits, с легендами хоррор-панка, с группой Edix, такой классикой британского панк-рок 77, и с некоторыми другими западными коллективами, менее глобальными. Uh-huh. А за границей были гастроли уже? Нет, пока нет. В Украине. В Украине, ну, да. Мы объездили почти всю Украину, вот тоже как бы и центральная часть, и западная, все остальное. Надеемся, скоро ситуация в Украине наладится, и мы снова поедем в Украину, потому что мы очень любим. Панкушки. Горилка и панкушки. Панкушки, горилки и украинских девчонок. Украинские панкушки, да. Хорошо, а какие планы вот на ближайший год? У нас сейчас очень много планов на это лето. Во-первых, по приезду выходит клип как раз на песню, которую только что мы спели «Наше отечество, человечество». Вот. Кроме этого, выходит наш второй альбом. Он называется «Панк рок-н-ролл». И он уже записан, осталось его только свести, и в июле он уже выйдет. Вот. И плюс мы будем выступать на фестивале «Доброфест» с различными прославленными российскими, не только коллективами. И осенью, наверное, поедем уже в новый тур с презентацией как раз альбома «Панк рок-н-ролл». Здорово! Мы пожелаем вам успехов. Какое-нибудь пожелание нашим зрителям? Желаем зрителям
любви, счастья, добра, свободы, борьбы за свои права, бунта и подросткового угара. Punk's not dead! Punk's not dead! Где в интернете можно ознакомиться с полной картиной вашего творчества? Керосин, латиницей написать ВКонтакте или сайт www.kerosin13.ru. Хорошо, друзья, ищите в интернете группу Керосин с прямиком из Москвы. Прямиком из ада! До новых встреч, друзья! Пока-пока! Был Белкин ТВ Саратов, Керосин, Александр, Сергей. До новых встреч!